Вы, как правило, ходите либо в шлепках, либо ходите босиком. И сейчас все начали жаловаться на пяточную шпору. Я вам скажу, что это такое. Это вы наступаете на плоский пол, и у вас вот так нога разъезжается. Как только она разъезжается, начинает воспаляться подошвенная фасция. То есть возникает фасцит. Это и есть преддверие пяточной шпоры. Первое. Перестаньте ходить босиком. Перестаньте ходить в шлепках. Это первое. Второе. Обуйте обувь, которая регулируется. Это второе, что надо сделать. И третье, обратитесь к нам, мы вам полностью все объясним, что делать подряд. То есть обращайтесь, скидывайте фотографии, получаете видеоконсультацию, получаете технические решения, выполняете их, и они все работают. Но для начала, чтобы понять и поверить то, что я говорю, сделайте то, что я вам сказал. Перестаньте ходить босиком, посмотрите наше видео, где мы говорим, как поставить ногу, как зашнуровать, сделайте это, поймите, что мы вам дали готовое техническое решение, но его, допустим, вам может быть недостаточно. Обращайтесь к нам, и мы вам дадим полный курс работы с ногами. Легких ножек, ходите с удовольствием, ждем ваших обращений и фотографий.